гостях участницы шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ Мария Гордеева из команды Сергея Шнурова и Полина Быковская из команды Сергея Жукова. Привет, девчонки! Доброе утро! Привет, привет! А, вот такие субботние, ранние. Так начили на расслабоне. Да, и тут дельфинчиков таких изображали, а сейчас такие скромные в эфире. Сделай так еще раз, как ты делала так, вот так вот, как ты делала так? Не помню. Ой, началось! Как-то... Итак, офигеть, круто. Можете, умеете. Вы участница «Новой фабрики». Вы, скорее всего, выросли на старой еще фабрике, да? Досмотрели, наверное. Возможно. А какие у вас ощущения в связи с тем, что вы стали частью вот такого огромного, глобального такого музыкального проекта? Маш, ты смотрела «Фабрику» другую? Я с 2017 года смотрела «Фабрику». По ощущениям? По ощущениям. Каково вам? Ну, я до сих пор не могу поверить, что меня взяли на этот проект. Почему? Не знаю, просто все так быстро произошло, что я только вот сейчас понимаю, вчера ребята, когда репетировали в хореографическом зале, я такая, боже мой, как же это классно, что мы собрались здесь, столько талантливых людей меня окружает, и как же мне повезло, мне очень хочется это ценить, впитывать в себя все, что нам там дают, и все будет классно. Полина, у тебя такие же ощущения? Абсолютно. Плюс, учитывая тот факт, что я из Риги, для меня это вообще кажется каким-то сном. И каждый раз, входя в репетиционку, вообще просыпаясь, мне кажется, что это все какая-то иллюзия. Слушайте, ну давайте так. Я мастер неудобных вопросов, девчонки, и я все-таки его задам. Ну, по-любому же есть ощущение, что сравнивают со старой фабриками, со старыми фабриками. Вы сами лично как к этому относитесь? Никто, может быть, не говорил в Провроз. Ой, там ты... Там, ой, там Алекса когда-то была, а вот вы не Алекса. Нет? Я лично вообще даже не сталкивалась с этим нигде. Из наставников никто не сравнивал, из даже в комментариях все, что мы читали, вообще не хорошо рано. Перефразирую, прям в лоб сейчас будет вопрос. Вы будете круче? Мы уже круче. Умницы. А ваша личная цель, вот, Маша, Полина, для того, чтобы... Почему вы пришли, в принципе, на новую «Фабрику звезд»? Вы хотите прославиться? Или вы хотите просто, чтобы вас увидели? Хотите стать частью большого проекта? Или какие-то личные были цели, когда вы проходили кастинги? Или дома скучно? Все вместе. Дома скучно было, поэтому так пришли. На 2 месяца выпали из жизни. Итак, вот скажите, насколько вам легко с вашими наставниками? Потому что у вас по факту легендарные люди в наставниках. У Маши это Сергей Шнуров, у Полины это Сергей Жуков. Это 2 человека, которые, мама не горюй, сколько сделали, я не знаю, ну, вообще для шоу-бизнеса они и для музыки. Они росли на их песнях. Да, да. Я мы даже тоже. А вот теперь расскажите мне, насколько вам с ними легко? Вот комфортно или нет? Только по чесноку. Очень комфортно. Самое интересное, кстати, не знаю, известно вам или нет, изначально, когда мы прошли, в общем, на «Фабрику», у нас был первый концерт, меня выбрали оба наставника. Mm-hmm. И, собственно, я приняла решение, что я хочу к Сергею Жукову. Но почему? Мне кажется... Почему? Почему? Мне ближе он. Вы сейчас, слушатели, вы не видите сейчас ее глаза. Как она с такой гордостью это говорила. Меня вообще-то выбрали оба наставника. Да. А тебя выбирали оба наставника? Я решала. Да круто, нет, круто. Но просто как бы, знаешь, в моменте, мне кажется, это очень тяжело. Вот ты, ну, какие у тебя были ощущения, когда тебе надо было выбирать? Это же офигеть. То есть тебе и один крутой чувак говорит, айда ко мне, и второй, и ты такая... Было ощущение не совершить какую-то ошибку и никого не обидеть. Надо было сказать, пойду к Сергею. Да. Девочки, вы уже успели спеть дуэтом с некоторыми звездами. Вот Маша пела с Валерией, Полина с Люсей Чеботиным, Сергеем Лазаревым. Расскажите вообще, как звезды на вас реагируют и чувствуете ли вы вот эти вот звездные капризы, про которые все говорят? Или наоборот поддерживают вас? Ну давай, класс. Или, выпендривались они или нет? Я перефразирую. Спасибо, Ром. Ну давай, ну вот Полин, как ты вот... Как я тебе? Задумалась, я стала вспоминать. А мы старались. Или подбираешь слова? На самом деле, впечатление очень приятное от всех. Нельзя отрицать, что все разные, у всех свое отношение и свои реакции, ну, то есть какие-то проявления. Ага. Но в общем и целом все прекрасно. В общем, они были, эти проявления. Все артисты нас безумно сильно поддерживают перед выступлением, на репетициях. А после уже выступления, поэтому этого нельзя не отметить. Маша, у тебя какие впечатления? Я считаю, мне очень повезло с артистами, которыми я пела. Могу даже отметить мне 2 артистов или даже 3, с которыми мне было максимально комфортно. Мы сразу нашли контакт. Это Юля Паршута. Она классная. Айова. Они приехали 2 раза на площадку, чтобы пройти со мной, несмотря на их плотный график. И я бы отметила Мишу Марвина.
Тоже мне красавчик. Кажется, да, с четвертого концерта у меня как раз начал вот этот взлет, такой пшш. Вот, мне кажется, да, вот это был пик, вот когда я изменилась и внешне, имидж поменяла. И, видимо, ощущения на сцене у меня тоже поменялись. Ну, а сейчас вот съемки, репетиции, вот отчетные концерты, устаете сильно? Или, ребята, приятная, мы знали, усталость. Куда... Приятная усталость. И у Маши тоже. Нет, приятная усталость. И засопела такая тихонечко. Сейчас я вам песню прохраплю. Итак, спасибо вам, девочки, огромное. В студии Энджи в гостях были Маша Гордеева, Полина Быковская, участница новой «Фабрики звезд» на ТНТ. Еще раз спасибо огромное. Спасибо большое. Что пригласили. Спасибо. И что утром в субботнем вы к нам сюда пожаловали. Удачи вам. Пускай у вас все получится. Радуйте нас своим творчеством. Ждем миллион фолловеров в ваших соцсетях. Спасибо.